Томск заполонили пивные магазины. Горожане жалуются, купить продукты или лекарства возле дома – настоящая проблема. Зато ассортимент пива поражает изобилием. Почти в каждом доме есть по магазину разливных напитков. За последние годы количество так называемых пивнушек заметно увеличилось. В Кемерове на каждый квадратный километр приходится не меньше одного магазина разливных напитков. В Новосибирске почти два. В Томске таким количеством подобных заведений похвастаться не могут, но найти их можно в каждом районе. Чиновники проблемы не видят. Нарушений со стороны предпринимателей нет, значит, бизнес вполне легальный.